Если вы подумали, что это видео является настоящим разоблачением, то идите в пень. Он скрыл ноу-клип за названием уровня. Видео только началось, а он уже жестко палится с ноу-клипом. Как он играет этим шаром, если он неправильной формы? Как эти блоки исчезают и появляются, если этот уровень вышел в 1.9? Ведь в 1.9 не было альфа-триггеров. Хаки-хаки-хаки. А тут он спалил спид-хак. Ну сколько можно уже палить этот долбанный ноу-клип? Во-первых, мультиплеер еще не добавили в ГД. Во-вторых, как он играет двумя персонажами одновременно, если он один? Перейдем к видео Theory of Firepower. Ноу-клип на первых секундах видео. Данный уровень также вышел в 1.9. Тогда какого титана здесь делает зеленый орб? Та же самая хрень, что и с прошлым уровнем. Он поставил здесь эти американские горки, чтобы облегчить себе путь. О боже, наконец-то! Та же самая хрень, что и с прошлым уровнем. Откуда тут этот текст, если в 1.9 не было такой возможности?